В Большом Серпухове в рамках программы «Светлый город» работы по установке нового освещения охватывают не только жилые районы, но и общественные территории. Город Протвино, общественная территория около школы номер 3. Рабочие устанавливают опоры освещения. Началось все с планировки точек расстановки данных опор. Далее мы подготавливали траншеи для прокладки кабельной линии. Со всеми скрытыми работами. Это прокладка гофры, сигнальные ленты, дабы обезопасить это все дело. После разработки траншеи велись работы по установке закладных деталей фундамента под монтаж опор освещения. Далее сейчас занимаемся монтажом самих опор. Здесь станет светлее, а значит и безопаснее для пешеходов. Очень рада, потому что у меня внучка ходит в музыкальную школу, поздно возвращается. Очень удобно, если будет здесь освещение. Очень замечательно. Все будут рады, конечно. В этом году в Протвино в рамках программы «Светлый город» ведутся работы по установке освещения по 6 адресам. На улицах Дружбы – «Школьная победа», на фестивальном и детском проездах. Все работы на контроле у администрации округа, совета депутатов и общественности. По установке дополнительного освещения по 6 адресам. Все эти адреса востребованы жителями, и на встречах, просьбах обращались неоднократно для того, чтобы осветить данные участки. Непосредственно, где мы сейчас находимся, в районе 3-й школы, здесь будет установлено 64 торшера и 5 9-метровых опор, на которых будет размещено по 2 светильника. Все работы ведутся по графику, и срок окончания запланирован на конец сентября.